Sam to March Harmon to bring a close to me. It feels better biting down. Пишу. Сильный погано. Ну что, пришли эти 20%. И то, завтра их еще повторно. Заброска первого дня продолжилась. Наши хлопцы уже майже выходят на точку заброски, десь там на штитнульт за цими скалками. Надо либо тут вещи оставлять, либо по ночи оставлять вещи, а потом по ночи спускаться. Я думаю, что в 9 мы спустимся. Просто будет уже темно. Час 45 хода. Мы дошли до того места, куда была разведка за такое же время с дурной выкладкой. Значит, акклиматизация проходит успешно, несмотря на количество выпитого алкоголя. Открывается прекрасный вид на Ужбу и Чатын. И отсюда уже отлично видно практически весь наш маршрут на Т0Д. Почти все отсюда можно прорисовать. Отличная видимость, отличная погода. Нету ветра абсолютно, по крайней мере пока. Не очень холодно. Іначе близько, але йдеш, йдеш на одному місці. Дуже тяжко. Але цей нульди дуже гарний. Вон ми ще бачимо пік. Сходило він.
покращений йти. Мы вышли из первого лагеря ко второму. Вышли поздно, поскольку первая ночь достаточно прохладная оказалась. И мы с непривычки долго не решались вылезти из спальников. Еще по темноте спустились четверо поляков. Они не зашли на вершину. Наверху много снега. После 7-дневной осады им не удалось подняться на вершину. Тропиночка наверх. На нашу другую ночевку на 3700. Это наш Тетнольд. Так мы живем. Кругом порядок и дисциплина. Чтоб не думали, что тут как бомжи. Каша гречневая с мясом. Сало и горячая распарена на пару лепешки. Вот так вот. Все, пока будем есть. Ну что, все? Кушать да. Подано. Як переночували? Переночували якось так. Музикальна шкатулка. Музикальна шкатулка, це точно. На вулиці сніг, всередині сніг. Десь кришу треба перекривати. Терпіти треба робити. Да, слышно хорошо, Ань, слышу. Вышли на обработку пути к третьему лагерю. Мы свалили с того стрёмного ледового кулуара. Вторая попытка пролезть вот здесь по кулуару. Там оказалось очень лавиноопасно, и весь кулуар разорван трещинами под снегом. Попробуем вот здесь пройти. Закрепили перила.
и уходим вниз. Обратно во второй лагерь. Настоящая зима в больших горах. Холодно, в морду метет. Снега по пояс. Мы вот вышли, если смотреть, то вот этот лед, который мы пытались, потом идет кусок скалы, и вот за этим куском скалы там такой, как этот, кулак такой, внутренний угол. И вот по нему, там веревка висит, там видно. И оттуда выходишь и направо по вот этой вот подушке пешком дальше. Понятно. Что я думаю, что... Ну, хорошо. Так, чай у нас есть? Давайте сейчас чайку, у нас как раз только закипел. Each grain of sand beneath the sea. You have no faith in a dream. Fade into the landscape unseen. Field of weeds, killing time. Где демоны? Аня, лавина, смотри. Ух ты, смотри. Да мы давно уже наблюдали. Фу! Ух. Еще больше. Вот она. Так, вот это может и накрыть чуть-чуть. Крылья. Все там сглаживается. Нарешті ми вийшли на наш схрон. Лишки наші на місці. Скільки ж ми тут простояли? І ботиночки, скільки суток? Шість ночей. Шість ночей. Ви уявляєте? Ніяких мародерів нема. Now you see the sorry for being so untrue. Where you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. Drove me out of my head.
while you never shed a tear. Remember, I remember all that you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me. And now you say you love me. Преодоление ручья с санками. Оба, сейчас будет в рюкзак купаться. Купается? Ого, какая рыба споймана. Экспедиция.